Вот такая красота получилась. Бархатный кант, атласная лента в цвет, несколько видов крепления. Стандартный подвес на любой крючок и непосредственно сама лента, которая регулируется по высоте в зависимости от желания клиента. Также необычная форма картины позволяет нам варьировать, придумывать и играть с креплением. Третий вариант – это деревянная подставка белого цвета, очень практичная, устойчивая и красивая, совершенно не отвлекает от самой картины, при этом можно расположить на любой полке, даже очень узкого размера.